Ребят, всем привет! И сегодня мы с вами затроллим этого агростримера. Тяма, его убери с аватарки, кишкоблуд вонючий. Пацаны, он уже агрится, а прямо сейчас я заставлю его агриться в 10 раз больше. Так, пацаны, отправляем ему донатик. Пишем имя. Педро, 5 лет. Типа мне 5 лет. Отправляем ему пол косарика и пишем такой текст. Привет, мой дорогий, любимый ютубер. Точку не ставим. И запятую тоже. Меня зовут Педро, и я люблю тебя смотреть. Точка. Я очень грамотный. Я недавно выбив маг 13 рупий. И хочу тебе его подарить очень сильно, потому что ты мой жесткий фонтан. ID 60, раз, два, три, раз, два, три. Самое смешное, интересно, запомнил ли он мой ID? И отправляем ему донатик. 5 рублей, 5 лет. Привет, Педро! Я люблю тебя смотреть. Я недавно выбил 13 рублей. Ты мой жесткий фонтан, 60 миллионов. Какой я твой фонтан? Очень сильно тебе подарить маг 10 рублей, ребята хотят за так... Маг 13, алло! Потому что я твой фонтан, ты мой фонтан. Я твой или ты мой фонтан? ID 6000. Хорошо, братишка. Сейчас я тебя в лобби позову по ID, братан. Стой, 6000. Были, ребят, какая-то ID-шка знакомая. 6000. Тихо, сейчас понял, ID. Ты меня давно смотришь, просто какая-то ID-шка у тебя немного. Мне что-то напоминает. Ну ладно, пофиг, брат. Сейчас в лобби поговорим. Сейчас я тебя позову, до бесконки вышел. Так, ребятки, приглашаем Педро. Он не хочет подарить маг 10 рублей. Это что такое за аватарка у тебя стоит? Ни хрена себе, Педро, ты красивый, блин, надеюсь, он стрим не смотрит. Я маубот такой. Офигеть, Педро, брат, ни хрена у него медали. Пишет, Педро, ты где? Я даже не зашел еще. Так, пацаны, присоединились в лобби, и сейчас будет сам уган. Здорово, щегол! О, зашел. Привет, это ты донатил? Мак подарить себе хочешь, да? А, мак 13 рубий. Офигеть. Это моя мечта, брат. Это подари, умоляю. Пацаны, посмотрите, а что у него на аватарке такое? У него говно на аватарке. Что у тебя за говно на аватарке? Ну это моя какашка, я недавно без трусиков сидел, ел, пукнул, у меня какашка вот такая вот вывалилась нахрен на стул. Это ты насрал? Да, это моя. А пруфы можешь дать? То, что у тебя вообще макруби есть. Блин, пацаны, на самом деле мак 10 рублей у меня нету, но я попробую его обмануть. Так, давай я тебе покажу свои скины, ты точно мне поверишь, дорогой мой. Давай, а какие? Заходи на Kerrygold, я выставляю 350к, две штуки у меня. Две штуки Kerrygolda? А у меня два Kerrygolda есть, смотри. Оп, красавцы такие, смотрите, стоят у меня. От Педро, дорогой мой. От Педро богатый. Так, убираем один, убираем второй и ставим каждый по 350, раз, два, три, ап, раз. И второй тоже выставляем за 350, раз, два, три, два, ап. Два керамбитика голд стоят по 350 косариков. Он, наверное, просто сейчас в шоке. Два керамбина голда! Капец, стой, подари, прошу, быстрее. Мак 10. Заходи на Дигл Аурейд. Ща еще одну какаху высрешь. Ага, я могу, да. Нажимаем кнопочку продать и... О, два Дигл Аурейд. А давайте мы их за 350 тысяч выставим. Ап, один выставляем. И сразу же второй тоже за 350. Раз, два, три. 350 тысяч тоже выставляется. От Педро богатый. Откуда вот два дигла аура? Я думаю, ему уже даже не надо доказывать, что у меня маг 10 есть.
А можешь, пожалуйста, еще Дигл Аурит подарить? Я тоже о нем мечтаю, меня заскамили недавно. Могу подарить тебе Икер Голд еще третий. Будет Маг 10 Руби Аурейд Икер Голд. Давай, что мне нужно сделать? Смотри, я даю тебе 3 задания. Если ты их выполняешь, я тебе подарю все эти скины. Все, что хочешь. Первое задание. Ты должен очень громко пёрнуть так, чтобы появилась такая же какашечка, как на стуле. Подождите, растрясу немного. Он сейчас пёрнет, обосрётся. Эти скины сейчас. Сейчас. Он сейчас обосрётся. Я растрясусь, чтобы пухнуть как надо. Тихо. Сейчас он офигеет. Он сейчас обосрётся. Он обосрётся сейчас. Сейчас. Он обосрался! Он обосрался! Он обосрался! Он побежал толчок, он обосрался, мужики, он обосрался! Я обкакался, ты видел? Дай скины, воняет везде! Бро, я вышел на минуту со стрима, не успел увидеть. Давай заново! В смысле, давай заново, олень, нет! Олень, я не буду, нет! Куда я и так обкакался? Купи мне теперь новые шу... Пердеть и хватит орать, батя спит пьяный. Так, ладно. Второе задание. Ты должен включить песню «Веселые грибочки», танцевать, петь, пердеть и прыгать под нее. И орать, что ты любишь грибы. Опять эти вонючие грибы. Слушать. Давай, я засекаю 1 минуту. Я люблю грибы. Я люблю грибы. Я люблю грибы. Я люблю грибы. Ребят, вам слышно эту прекрасную песню? Нормальная, классная песня. Я люблю грибы. Я люблю грибы. Пятно на жопе. Ни хрена себе! Что это? Это сестра ему походу вышла ему! Сестра вышла ему просто по жопе надавала! А что она сказала? Подождите! Она сказала, что батя у них спит! Я сделал. Ладно, последнее, третье задание. Я буду ар. Разбуди папу. Нет, папу не за какие деньги. Не буду, мне хана будет. Нет, мне хана будет, папу ни за какие деньги не буду будить. Ладно, тогда последнее задание. Ты должен будешь меня выиграть в... дуэли. Если ты выиграешь, я отдам тебе все эти скины. А, так это изи для меня. У меня 5к часов в игре нахер. Но если ты проиграешь, я забираю твой аккаунт. Аккаунт? Да, дорогой мой, аккаунт! Нет, тогда стой. Слей скин в залог, чтобы я поверил, что ты реально можешь отдать. Скин слей. Вы надоели меня троллить все. Я вам верю, а вы меня потом обманываете. Скин в залог, либо я ливаю.
Какой скин? Мне интересно, какой он скин хочет. Ни хрена себе наглый. А если он меня потом обманет, а? Сейчас скажу. У меня лазер, а нету лазер. FN Fall Laser. Фунфал лазер! Ни хрена себе, он там косарей 20 стоит! Слушай, а мне даже интересно, я даже ради видоса готов этим пожертвовать, ладно? Запрос будет 1-5-5-5-5-5. Давай, мы сейчас ему сольем фунфал лазер? Ну давайте попробуем. Блин, слушайте, мне страшно, если он меня сейчас заскамит, это будет трындец. Поставил запрос, я ему сливаю, слил ему фунфал лазер за 0.03. Сейчас будет максимально интересно, что будет дальше. У меня троллинги до такого никогда не доходили раньше. Это, фу, это стоило моих обостренных штанов. Офигеть, да, я готов. Ща перезайду и погнали. Вот это будет сейчас интересненько. Так, пацаны, я создал лобби. Но самое интересное, ребята, посмотрите, что находится у меня в наблюдателях. А в наблюдателях мой второй аккаунт, с которого я буду все наблюдать. Но это еще не все. Это кастомное лобби, в котором у меня высокие прыжки будут. Бесконечные патроны у меня будут. Быстрая скорость. Бесконечное количество денег, гранат и всего-всего-всего. Я буду жестко его сейчас троллить. Запускаемся, брат. Я готов. Только не плачь потом, потому что я очень хорошо играю. Сейчас команду новую пропишу и погнали. Сейчас, смотри, сейчас будет угар. Так, пишу наклонная пинг. И отправляю со второго аккаунта. Ваш пинг нормализован, приятной игры. Погнали. А что это за команда была? Вот это команда пинг. Это новая команда. Чинит пинг, если большой. Так не надо никаких никоман, так надо никаких команд. Хорошо. Все, погнали, надоел уже тянуть. Ого, так, сейчас посмотрим, как он отреагирует. Оп, АВМТХшечка, опа. Уже замер, смотри. А это что такое? Оп, посмотри, у тебя что? Блин, он не заметил. Надо новую купить, ребят. Тычки Хармони, родной мой, смотри, что у меня есть. АМТХ, тычки Хармони, нахрен. Смотри, калашик статрековский. Ой, ой, какой красивенький. Смотри, он как ребенок. А откуда у него такие скины нахрен? А почему я не могу пистолет купить? Ну а теперь самое главное. Я с самого начала буду притворяться полным нубом. Но потом с каждым раундом я буду играть все сильнее и сильнее. Он будет думать сначала, что я полный нуб, будет с меня ржать. Но потом в конце он будет плакать, потому что я буду его выносить миллионами хаешек. Это будет угарно. Стоп, а почему мне $500 только? Стоп, ира, почему $500 на первом раунде? Я говорю, смотри аккуратнее, я бронза 2. Это баги. А у меня на первом раунде, давайте купим пулемет нахрен. Так, где он там прячется? Какие нахрен баги, у меня вообще пистолета никакого нету, что за херня? А, все, я вижу, о, видите? Он прячется, ребятушки, на Б-плинту. Я все вижу, дорогой мой, где ты находишься? Так, я красивенько выстрелил. Из пулемета, смотри, из пулемета. Смотрите, он дурак, играть не умеет. Вот. Подождите, ребята, мне показалось, или я 2 раза по нему попал, прежде чем убить стажа? Надо парочку раундов полную хрень творить, притворяться полнейшим нубом. Возьмем хаешку, калаш и попробуем под себя эту хаешечку и калаш прокинуть. Так, где он там идет? 2 раза с ножа попал, только потом умер. Ты точно ни с чем не играешь? Это пинг. Надо было тебе тоже команду писать. Нет, я не буду с этим пулеметом. Почему я не могу М-ку купить? Где моя М-ка, любимая? Ходим, типа я бот. Вот так вот вообще ничего не понимаю. Вот такие вот действия ботиные. Просто максимально ботиные действия. У меня наушники сломались. А нет, все, починил, у меня звук, ребята, был только в одном ухе. Поставьте лайкосик, быстрее. Ты дурак?
Такой бот, боже мой. Это изи, ребят. Так, ребяшки, походу он начинает понимать, что я нубасик. Так, надо пару раундов еще побыть полным нубом. Давайте возьмем хаешку, флешку, подбежим, где он там. А, он уже бежит ко мне, смотрите. Я делаю вид, что я его не вижу даже, смотри. Смотрите, что он делает. Смотри, смотри, смотри. Он под меня флешку кидает. Смотрите, что он делает, ребят. Смотрите, он вообще играть не умеет. Что это было, пишу. Тише, я на него залез. Смотри, я его вижу, типа. Смотри. Смотри, 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 смотри. Так, ну что, идем дальше. Дальше будет еще смешнее. Дальше мы хаешечками себя взорвем. Красивенько в угол подходим. Оп, 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 оп. Взрывы пошли. Бам! Так, ну что, давайте теперь чуть лучше начинать играть, ребятушки. Сейчас мы начнем играть, типа, чуть-чуть в него попадать. Пистолет возьмем и сделаем вид, что я, типа, в него стреляю, давай. Попал, все. Один раз в него попал, хорошо. Сейчас еще разочек мы в него попадем, но потом один раз его можно уже будет кильнуть. Стоп, у меня 95. Да чё за херня, у меня 95 хп. А, хотя ладно, ребят, какая нахрен разница. Мы сейчас просто стреляем, и типа он под пулю пойдет. Смотри. Смотри. Давайте М40 и прострелим в него один раз. Так, все, я его вижу. Один раз с М40 в него стрелим. Если честно, я не хотел, реально, я не хотел. Пацаны, как? Так, давайте сейчас в него выстрелим еще раз. Блин, ну это было жестко, реально. Так, давайте стрельнем в него, отлично. Почему у меня уже 10 как... Когда он по мне попал? Ждем, сри, 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 сри. Бам! Да как не взорвался-то, а? Ладно, давай огонь кинем под него. Огонь просто кинем, я его видел, да? Где он там, он находится? Сри, 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 сри. Сри, 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 сри. Оп, огонь, огонь! Попался! Слушай, ну надо один раз еще, чтобы он меня кильнул, да, типа один раз как-нибудь. Слушайте, знаете, что мы сделаем? Я сейчас сам себя убью. Он типа меня надамажит, а я еще типа сам себя взорву. Давай, он сейчас меня надамажит, я сам себя взорву попробую. Иди сюда, какашка. Оп! Я бамбузу сразу поставлю. А, нет, стой, давай сейчас, знаете, что напишу? А как бамбу ставить? А как бамбу ставить? Смотри, смотри, я сейчас просто сяду здесь, смотри. Рак. Она не ставится. Он реально бомбу раком ставит. Я от него убегаю, смотри. Он за мной бегает, смотри. Он реально бомбу раком ставит, смотрите, дурак. Смотри, оп, я кинул. Поставил, би. Поставил, би. Смотри, я закинул бамбу, смотри. Кого ты поставил? А реально поставил, она пикает. Разминируйся. Все, кильнул меня. Так, ну что, надо его начинать потихонечку кошмарить. Начинать надо потихонечку его кошмарить. Давайте ровненько хаешечку в него прокинем. Не, давайте попробуем. Не, стоп, как я и хотел. С М40 один раз в него попадем, да? А потом и хаешечкой добьем. А то у нас не получилось. Правильно, правильно. Ну он вообще, конечно, ну предкостный, тупо ботиха деревянная. Так, где он там? О, попал по нему. Хорошо, идет красивенько. И хаешечку ровненько в него закидываем. Бам! Бум! Пронесло, ребят, с гранаты не убил. Сколько у него хп? 30 хп осталось. Капец, а? Тише, ребят, пронесло. Оп, смотри, 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 смотри. Мам, да как? Я его не убил, трындец. Сейчас точно две гранаты кинул. Блин, я хаешка его не убил. Я хотел его убить хаешкой, не получилось. Стой, балбан.
Так, давайте еще раз. Последняя попытка, реально, я хочу его убить, конечно, красиво. Что-то вообще не получается. Так, берем еще раз М40. Начинаем пытаться его убить еще раз. Так, где он там? Сейчас точно две гранаты кинул. Стоп. Я не играю, стой. Я не играю, стой. Ты походу с читами играешь. Это лаги, бро. Ты не написал наклонное пинг. А, команда пинг же была, стойте. Пинг. Ой, бляха. Ё-моё, я не попал по нему, он написал пинг. Он меня завалил, блин. Походу, да, лайки, он же мне в лобби писал, команда пинг, ребят, точно, все, забейте. Смотри, что пишет пинг, он пишет пинг. Я пишу уже поздно. Я не могу слово пинг написать, у меня клавиатура все. Да, где он там, давайте сюда, какашка. Опа, не попал. Да блин, да ты задолбал, блин, а. На, попал по нему, а, бегу. Давай быстрее сюда! БАМ! Не взорвался? Смотри, сейчас вторая будет ханешка, смотри. БАМ! Я его взорвал, и он меня убил. Опять? Скотварь. Опять два ханешки. Так, ну что, начинаем теперь жестко играть. По две ханешки будем прокидывать под него. Так, пацаны, попробуем сейчас ровно две ханешки в него прямо закинуть. Где он там находится? Он на базе стоит. Ждем, пока где-нибудь он заныкается. Давайте сейчас в кармане засядем. Тише, я его слышу. Все, он прячется. Он в карман спрятался. Тихо. Он в карман спрятался. В дыму, смотри. Бам! Смотри, ханешка, смотри, вторая, смотри. Бам! Две ханешки. Откуда он узнал? Он говорит, откуда узнал? То есть ему пофиг, что я в него две хаешки закинул. Ладно, мое любимое. Сейчас будем плентить на пленту. Что он будет делать? Так он бегает. Бля, ребят, это капец. Мне всего лишь 2 раунда. Я забыл закупиться. Так, ждем, пока он куда-то убежит. Ждем, когда... Смотри, он спрятался. Стой, напишу. Я сейчас попробую на ножик его взять. Я забыл, ребята, закупиться. Я залагал, не стреляй! Не стреляй, пишу, залагал! Он сейчас сразу побежит. Ха-ха-ха! Стойте, реально? Где он? Смотри, побежал сразу, смотри, а я бамбу плачу. В смысле, залагал, я себе бабу сейчас поставил? Так, ну и давай возьмем молотов, закинем ему. Тут нету бомбы, тварь! Так, смотри, возвращается, бежит на А. Так, куда же он побежит? Давай сейчас посмотрим. Опа, огонечек прокинулся. А, бежит через огонь, смотри. Откуда 2 молика, болван? Я закупиться не успел, тварь, иди сюда. Ой, да, бля, ой, сила, ой, не орать! Ой, ты почти батю разбудил, ты дурак! Хватит кричать на всю квартиру, я не буду! Я не буду! Батю! Что, ты будешь получать так от папы, ясно? Я не буду! Ай! Я не буду, извини! Ай! Да, еще один звук я... Подожди, бля! Ай! У меня... Все, я не буду! Дайте мне 100 флешек ПЖ-разрабы. Я пишу, дайте мне 100 флешек ПЖ-разрабы. О, спасибо. Смотри, Смотри, сейчас буду делать вид, что мне флешек дали 100 разрабы. Ребятки, прошу прощения, она у меня, его сестра, неадекватная. Смотри. Пошла жара. Чё это нахрен такое, не заставляй меня орать? Закидываем, смотри, бежит, убегает, смотри, куда побежал, родной мой, давай. И плентим бабу, а давайте, знаете, что мы сделаем? А мы просто его кильнем. Хотя, слушай, а зачем его кильнуть? Я могу просто сделать вот так, смотри, смотри. Оп! Ой, он слепой или нет, вы думаете? На. Да где он? Смотри. Опа, смотри.
Опа, смотри. Что это? Смотри, не может попасть по мне. Давай, пускай убьет. Смотри. Его задача за 20 секунд меня убить. Смотри. Да попади. Давай, попадай по мне. Давай, у тебя 15 секунд осталось. Алло. О, попал. Давай еще разочек. Давай. О, браво, он это сделал. Как он это делает? Сейчас задача будет максимально простая. Максимально простая. Он должен будет угадать плент. Угадай плент. Угадай плент, я его написал. Сейчас посмотрим, угадает он или нет. Ну, б. Не угадал, дорогулька ты моя. Он прямо в катке попросил 100 флешек у разработчиков. И давайте, короче, мы здесь поставим смочки, чтобы он попытался найти бомбу. Если он сможет ее найти, ребята, то мы его убьем, мы ему не дадим все равно выиграть. Смотри. Засмочим здесь все. Засмочим прям весь план. Пусть попробует найти бомбу. И покупаем, давайте, на всякий случай, P90. Если он будет... А, нифига, он тут. Если он будет дефузить, я его сразу кильну. Да стой! Блять, бомбу надо. Он уже не успеет. Давайте просто сейчас максимально быстро к нему прибежим и с дробаша ему в голову выстрелю, смотри. Бля, ребят, я испугался. Смотри. Максимально быстро, смотри. Гоу! Моя прелесть, походу, пропала. Гоу! Так, раунд огня у нас получается сейчас будет, да? Мой любимый раунд огня, вы все его помните. Его задача будет просто раздефузить бомбу. Я пленчу бомбу на Б-пленту, его задача ее просто раздефузить. И все, максимально все просто. А, слушай, он на Б-пленту уже, алло, так неинтересно. Давайте тогда на А пойдем. Так, ну и начинается, так сказать, красоточка наша, моя любименькая. Кто доиграет, болван Бэй, Тёмка, что ты делаешь? Раунд огня пошел, смотри. Вот который лезер он мне слил, если я сейчас не выиграю, я ни хрена ему отдавать не буду, пошел он в сраку. Да, куда ты идешь? Ни хрена он смелый, просто через огонь пошел. Раунд гранатомет. Раунд гранатомет, все, заканчиваем это безобразие и просто закидываем ему гранатами. Та-т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 а. Че? Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Раунд гранатомет выиграть нельзя. Вонючий читрый, я тебе ни хрена не отдам. Ну что, дорогой мой, отдавай обратно мне свой обратно Финфал Лезер и свой аккаунт. Я не отдам тебе твой скин. Я не отдам тебе. Ты играл с щитами. Ну все. Отдавай мне обратно Финфал. Что? Я уже рассчитал на МАК 10. Алло, отдай скин. А ты играл с щитами. Я ни хера тебе не отдам. Иначе бан. Слышишь, а ты играл с читами? Стой, не выходи. Слышишь, стой. Подожди, он мой скин хочет забрать. Троллинг выходит из-под контроля. Алло, стой. Отдай скин мой, алло, он мой скин забрал, не отдает. Иди нафиг, болван. Я ему не отдам, ребят, этот лезер. Я думал, я сейчас выиграю. Иди нафиг, болван, написал и вышел. Этот рынзец, он мне киданул на Финфал лезер. Хотя, знаете, у меня есть одна офигенная идея. У меня есть один знакомый хакер. Сейчас попробую его взломать. Звоню хакеру, пацаны. Главное, чтобы он трубку поднял, пожалуйста. Да, здравствуйте, хакер на связи. Здравствуйте, да, это хакер? Да. Да, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужно одного человека прямо сейчас срочно взломать. Вы сможете помочь? Да. Отлично, пожалуйста, я вам адрес сейчас скину, сможете прямо сейчас подъехать? Деньги не вопрос, главное его взломать. Да, хорошо.
Все, отлично, отлично. Сейчас скину адрес. Спасибо большое. Хорошо. Да, пацаны, сейчас хакер подъедет, мы его взломаем. А это очень жесткий хакер. Какой прекрасный скин, какой прекрасный я и вся моя семья. Открыто! Здравствуйте. Так, съемка видео запрещена. Я анонимная личность. Ой, извините, я просто с другом по скайпу разговариваю. А, скайп? Ну, скайп это хорошо. Где у вас можно подключиться к сети интернет? Да вот, можете просто присесть. Благодарю. Да-да-да. А что у вас в пакете? Устройство. А, я понял, ноутбук, хорошо. Так, начинаем взламывать. Капец, а что вы там делаете? Я взламываю файлы игры, чтобы подключиться к компьютеру вашего друга. Там мы взломаем его камеру. Охренеть, еще камеру взломать сможете? Блин, это вообще будет развал. Охренеть, что происходит тут у вас? Жесткач. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, готово. Охренеть, реально к камере подключился. Капец. А что происходит, что он там делает? Капец. А вы по камере... Что это? Что это такое? Что происходит? Так, сейчас пробьем адрес и будет все готово. Блин, давайте, да вообще какой-то трындец происходит там. С вас 49 рублей. Сейчас. Держите, 50, сдачи не надо. Рубль на чай? Спасибо! Стойте, а ноутбук? Забыл. Ну давайте. Так, пацаны, я нашел его дверь, сейчас будем звонить. Здравствуйте. Я к вашему брату. Можно зайти? Скажите, пожалуйста, у вас ваш брат стример, правильно я понимаю? Да, это мой брат. Артём, иди сюда. Подскажите, пожалуйста, можете, да, позвать его? Да, да. О, привет! Это я тебя... Ты меня узнаешь? Очень знакомое лицо. Кто ты? Ты что, меня реально не узнаешь? Ничего не делал, я честно говорю, тише, не кричи. Почему к нам в дом приходят какие-то левые челы? Кто это? Почему ты против меня? А что, ты не помнишь, что сегодня произошло? А вспомни, ты игру стендов играл сегодня? Убери камеру, не снимай. Не, подожди, стой, стой. Руку, подожди, убери, ты в стендов игру сегодня играл? Да, я каждый день. Да, играл. Да, играешь каждый день. А если только не ори, пожалуйста. Чего? Не надо. Не кричать? Нет. Папа спит. Да, тише. Хорошо. Будет, не надо. Хорошо, тише, хорошо. Квартире, да, все, да, так, тихо, подожди. Я сейчас буду орать, тише, если тише, будешь тише, про камеру тише говорить. А не помнишь ли такого человека? Тише, Педро, помнишь, а? Ну, мне задонатил сыграть на дуэль. Да, ты что? А скин, какой тебе он подарил? Не помнишь, сколько он стоил? 17 тысяч. А почему ты кинул? Ты в курсе, что Педро это я? Ты кинул меня? Я отдам скин, только убери. Отдавай скин! Прямо сейчас! Отдавай скин! Все отдам, только не кричи. Чего? Только не кричи. Это будет трындец, я тебе просто... Отдавай скин! Не надо. Убеги! Бля, что это? Что? Ой-ой-ой, кто это? Все, туда не происходит. Кто это? Все, понял. Бля, кто это? Ой-ой-ой! Ё-моё! Что происходит? Что происходит? Он штаны снимает! Пацаны, продолжение в телеграме, это полный трендец! Что происходит? Он штаны снимает!